Построенные, но не прошедшие лицензирование из-за опасной концентрации вредных веществ в воздухе детский сад на улице Акуловой по-прежнему в центре внимания. В среду результаты проверки обнародовала прокуратура Ленинского района. Цена контракта на строительство детского сада составила 61 миллион рублей. Работы оплачены в полном объеме. Причиной нарушений санитарно-эпидемиологических требований стало предположительное использование некачественных стройматериалов. По результатам проверки возбуждены уголовные дела в отношении лиц, ответственных за сложившуюся ситуацию. В отношении должностных лиц администрации города Иваново непосредственно управление капитального строительства направлено материал проверки в порядке 37 Уголовно-процессуального кодекса по факту халатного отношение к должностным обязанностям. Кроме того, в отношении директора «Гелиустрой» направлен материал проверки по части 4 статьи 159 «Мошенничество». Кроме того, по результатам проверки в отношении заведующей детского сада номер 9 направлен материал проверки в порядке статьи 285 «Превышение должностных полномочий». Установлено также, что заведующий детским садом до получения лицензии на осуществление образовательной деятельности принимал на работу сотрудников, которые долгое время не могли осуществлять свои трудовые функции. Кроме того, по факту предоставления в налоговый орган данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, 22 мая 2019 года прокуратура района в отношении генерального директора ООО «Гелиустрой» направлен материал проверки, также в порядке статьи 37 УПК, для решения вопроса об уголовном преследовании по статье 173 прим. 1 «Незаконное образование и создание юридического лица». В настоящее время материалы проверки находятся в следственных органах на контроле прокуратуры района. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.